Во второй день инвестиционного форума «Туркменистан. Инвестиции и развитие» состоялось подписание меморандума между открытым акционерным обществом, транспортно-логистический центр Туркменистана и финской компанией о сотрудничестве в сфере международных перевозок. Также в рамках форума состоялось несколько заседаний при участии руководителя министерств и ведомств, а также заместителя председателя кабинета министров Туркменистана. В ходе этих встреч представители крупных британских компаний выразили большую заинтересованность в ведении бизнеса на туркменском рынке. На форуме руководство Азиатского банка развития доложило о работе, проводимой банком в Туркменистане. В докладе было отмечено, что проект кольцевой электросистемы Министерства энергетики Туркменистана реализуется при финансировании этого банка, а также разрабатывается проект строительства медицинского училища по подготовке специалистов для Министерства здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана. И подчеркнул, что банк намерен продолжать дальнейшее сотрудничество в этих сферах.